Всем доброе утро! Это программа «Пока пьем кофе». Программа, в которой мы с Сергеем готовим обычно какие-нибудь вкусные, потрясающие завтраки. Сергей, вот вопрос, пока мы с тобой не начали готовить, вопрос. Ты знаешь, какой, пожалуй, самый здоровский, самый теплый и нежный весенний праздник есть у нас в году? Конечно, знаю, Кирилл. Какой? Это любимый женский праздник, 8 марта. 8 марта. Я что предлагаю? Для того, чтобы, ну, поскольку в этот день обычно дамы у нас находится в привилегированном положении. Давай приготовим для них завтрак такой, который бы мужчинам позволял не особо тратить время на готовку и который бы просто великолепно зашел для девчонок, когда они проснутся и выйдут на кухню. Давай, конечно. У нас что предложишь? Что у нас девочки любят? Сладкое. Сладкое, конечно. Сегодня для них приготовим малиновый чизкейк. Подадим его в формочке сердца. Я думаю, наши жены, сестры, родители там оценят по достоинству. Все оценят. Отлично. Ни разу не готовил чизкейк. А с чего начинается готовка? Начнем с того, что у нас чизкейк будет без выпекания. Мы используем желатин. Два листочка. Один у нас будет идти на основу, другой будет идти на заливку малинового сиропа. Отлично. Мы его кладем в холодную воду. Пусть размокает. Со временем мы его добавим. Что будем делать дальше? Давай сферу. Сфера – это вот эта емкость. Так. Да. Нам нужно сделать крем. Крем? Сразу прям с крема начнем. Да, ложечку дашь? Прошу, конечно. Вопросов нет. Для крема нам понадобится творожный сыр. Обычный творожный сыр? Да, я использую сыр кремант такой есть. Ага. Сколько его надо? Его надо 50 грамм. Так, дальше. Нам надо добавить сахарного песка. Сколько? Грамм 20. 20 грамм. Отлично. Добавим 60 грамм сливок. 60 грамм сливок. 33%. Вообще, наверное, я не ошибусь, если скажу, что вот моя супруга чизкейк – это одно из ее любимых десертов. Вот и приготовишь. Я непременно сделаю это. Мы используем йогурт. Йогурт. Кирилл все хочет взять, съесть, выпить. Пытаюсь все схватить. Все, что я не беру, он все хочет меня забрать. Ты не даешь мне готовить вовсе. Может быть, я тоже вот для всех девчонок, которые нас смотрят, хотел бы, вот, знаешь, вот руками вот войти, так сказать, в историю. Использую обыкновенный йогурт, без красителей, без всяких добавок. Можно использовать малиновый. Так, отлично. Все это дело мы теперь взбиваем миксером. Пошло дело. Я все взбил. Как проверить, что все, в общем-то, готово? Я имею в виду крем. Ну, ничего не вываливается, не течет, видишь? Можно над головой попробовать. Над головой? Так, видимо, повара именно так и проверяют. Ну-ка, иди сюда, подчиненному. Ну, чтобы он у нас был пожестче. Пожестче. Посклеившийся. Мы вот положим желатинчик. Раз. Поменяемся местами. Он меня обхарчил. Надеюсь, твоя жена не приревнует меня, Сергей. Нарядились мы в спецодежду. Что мы будем делать? Зачем мы одели перчатки? Нам потребуется печенье. Это будет у нас жесткая основа. На которую потом будем выкладывать. Да. Так, окей. Я его высыпаю. Сливочное масло. Сколько? 15 грамм, примерно. Половина от печенья. То есть, например, берем 30 грамм печенья. 15 грамм масла и где-то 15 грамм вот сгущенки используем. Может ли такой завтрак заменить какой-то подарок для девушки, женщины на 8 марта? Можно ли это считать подарком? Вот твое мнение. Безусловно. Мне кажется, даже можно в тортик что-то спрятать, например, колечко, и сделать предложение. Или грецкий орех в скорлупе. Вот будет сюрприз. Ну, чтобы тут не сломали, конечно, да. Надо что-то попроще. И то есть мы выминаем все это до однородной массы. Все, что там до конца не разбилось, руками прям разжимаем вот так. Что-то там делаем. Я еще помню. Сильной рукой Сергей размял только что до конца все печенье. Сильной рукой. Практически. Получается у нас вот такая вот липучка. Напоминает мне это имбирное тесто. Липучка, да. Сердечко. Да как это мило. Сергей, сердечко.
Ну, вы чувствуете взаимосвязь. Я и сердце. Аккуратно утрамбовываем. Если нет у вас формы в виде сердечка, ну делайте, какая есть. Сходите в магазин и купите. Ха-ха-ха-ха-ха. Круглая, квадратная. Чизкейк может быть любой формы. Можно большой сделать просто торт. Все это умножить на энное количество и выпечь целый большой торт. Я тоже думаю, что можно взять, например, прозрачный стакан небольшого размера, вниз выложить печенье, сверху положить крем, который у нас получился. Да. А сверху его украсть. И тоже получится неплохая подача. Так, это что? Это вот такая пленочка кондитерская. Добавит объема нашего блюда, чтобы было куда дальше выкладывать что. То есть у нас получается начинка. У нас сверху будет малиновый мусс. Малиновый мусс. Вместо малинового мусса, я вам сразу говорю, можно использовать малину, перетертую с сахаром. Так. Или просто малину, давай, перетертую с малиной. Вот так вот я закладываю. На тебе ложку. Сейчас я вот этой массой, а потом ложку. Или ложка, наверное, все-таки удобнее. Давай ложку. Вы знаете, в этот момент Кирилл опять оказался прав. Вот там еще уголок. Ну, я добавлю сейчас. Это же нашим любимым будем отдавать такое блюдо. Нормально. А я переживаю. Мы справимся. Отпустила. Наши любимые нас поймут. Простят и поймут. Получилась у нас вот такая вот штука. Двухъярусная. Это надо отметить, что там уже печенье внизу. И сверху положили крем. Нам все вот это дело надо поставить минут на 10-15 в холодильник, чтобы масса застыла. За счет желатина это все застынет. Угу. И мы в это время приготовим следующий слой, который будет состоять из малины. У меня есть протертая вот такая, можно сказать, варенье малинное. Малинное? Малиновое. Малиновое варенье. Малиновое так, варенье, хорошо. Без косточек, без всего. Основа чизкейка готова. Отправляем ее на 10 минут в холодильник. Наш чизкейк провел 10 минут в холодильнике, немножко подморозился, даже слегка еще холодным от него веет. Надо сделать еще один слой. Да, малиновый. Что будем делать? Так. Малину выливаем в сотейник, значит, добавляем туда, насколько я помню, желатинчик. Да, вот еще один листочек добавляем. Давай. И все это просто прогреваем. Оп, вот так я возьму. Давай. Ложечку возьми, прогрей. Желатин растворился буквально за 2 секунды на горячей... Вот так вот. Давай, давай ты. Пахнет-то как? Обалденно. Положечко. Почему по ложечке? Чтобы он лился равномернее? Да, и не такой горячий был. Заливаем и снова отправляем в холодильник. На сколько? Ну, еще на 10 минут. И еще примерно на 10 минут. Вот у нас получился 8-мартовский шедевр. Очень вкусно. Очень вкусно. На самом деле, очень вкусно. Не занимает много времени. И вот к моменту пробуждения вашей второй половины, уважаемые мужчины, вот это на столе будет ее невероятно радовать. Попробуйте, у вас получится. Все женщины будут довольны. Поздравляем вас с 8 марта. Самым настоящим весенним праздником. Первым. Кирилл, я тоже буду поздравлять женщин с 8 марта. Прошу, Сергей. Дорогие наши любимые женщины, жены, мамы, просто девушки, хочу вас поздравить с праздником весны. Всем доброго дня, приятного аппетита. Легкого утра.